Красавчик! Здравствуйте! Ой, какой уже ДТП! Да! Проезжайте назад! Кто-то хочется вам набить! А мне вы не представляете, как это взаимно! Я водитель ГАИ! Стабильно, это та же самая. Забей, клей сразу. Там можно сразу две. Это вообще бесполезно ей что-то объяснять. Она каждый раз так делает, каждый. Мы еще в следующий раз, когда сюда приедем, распечатаем ее фоточку с надписью «Мне вообще по барабану, паркуюсь где хочу». И она будет... Все будут знать героя в лицо. Я нашел ее фотку. Она же работает в этой клинике. Да. Да. А можно ей тоже наклеить? Можно. По такому поводу. Как стоять? Здравствуйте. Ой, какой вы вежливый человек. Тогда тем более назад. Назад куда? Готова у тебя? Вас попросили уехать, куда вы по тротуаре? Там регистратор. Ну и что? И что? Лицо здесь у нас камеры. Мы люди, пешеходы. А вы кто? Прекрасно. А вы кто? Зайди в тот двор, посмотри, мы что там творится. Мы на ты не переходили, сам зайди. Кто ты такая, а чтобы мне что-то такой? Показывать? Вызывай. Давай сам. Вызывай вперед. Еще штрафую добавлю. Сейчас приедет опять полиция, разведет руками. Ты наклеишь, надаешь. Вы, наверное, немножко перепутали. Проезжая часть там находится, а не здесь. Здесь тротуар, здесь ваша машина находиться не должна. Вы знаете об этом? Правила дорожного движения Российской Федерации. Проезжая часть, вот, еще раз повторяю. Здесь тротуар. Здесь для пешеходов, не для машин. Товарищи сотрудники полиции, видимо, в магазин залетели. Быстрее, надо. Перерыв на обед. Полиция. При том, что вот пустое парковочное место. Абсолютно пустое. Ну, видимо... Да, могу я. Смотрите, вон там рядом парковочное место пустое есть. Если вы уж так хотите кушать... Для вас освободили, думаю, как бы для законопослушных. Я иду, бабуля, не задави, пожалуйста. Я вижу, как ты видишь. Вот. Почему я должен ходить, он хочет проехать? На тротуаре знаки должны быть. Что ты что-то? В чем дело? Куда вы едете? Вот он тротуар! Это заезд для инвалидов и вот для людей. Вон машины стоят, и что дальше? И что дальше? Они нарушают. Дальше я стою. Поедешь по мне? Вызывай ДПС. Вызывай. Тебе надо, вызывай, хоть проехать. Ты что, не понимаешь меня, что ли? Попадал. ДТП! Да! Зачем вы по тротуару едете? Какой тротуар? Я заехал в магазин. Это тротуар? Пятерочку я заехал. Круто! А теперь так же задом сдаю. Задним? Что? Вас не смущает, что вы людей на капоте везете, нет? Да не, он сам прыгает, капот, что я должен сам делать? Вот он сам бросает вот себе туда, а я что я должен он делать? Он на тротуаре стоит, вы зачем здесь? И он не на тротуаре, он может отойти. А это что тогда такое? Он же может отойти. Я в магазин пятерочку зашел и все. Он должен отойти, чтобы вы проехали. Момент, он должен отойти, чтобы вы проехали? Вау! Oh, shit.
вообще такие. Вас вызвать эвакуатор, чтобы эвакуировали машину с тротуара. Стоп-хам, слушай, а тебе эта наклейка есть? Вот эта вот большая, которая? Есть. Натуре, давай сюда. Зачем? По-братски, все на тачку наклею. Не, так не делаю. А что, мне надо сейчас вот сюда встать, да? Конечно. И ты мне наклеишь мне? На лобоухо, прямо в середине. Не, на середине нет, пассажиров. А вас что, только двое? Нет. Мы просто вдвоем решили подойти к сотрудникам полиции, которые сотрудники ДПС сюда не приезжают, в принципе. А вы типа стоп-хамом, да, занимаетесь? Да. А что, типа вот это на тротуаре, да, типа, вот стоит? Да. Ну, я понял, короче. Реакция просто... Ну, а, пацаны, дайте это ваш стоп-хам или канал. Стоп-хам МСК. Это прям в Ютубе так видно? Да. Стоп-хам МСК, да? Да. И кто там? Тротуар. Стоит наряд полиции, и машины все равно ездят по тротуару. Ну ничего не смущает. Хамы, да? Уважаемый, тут уже места для людей нету. Нету, проходи где? Поставьте машину дальше, пожалуйста. Ты что, серьезно, что ли? А людям где ходить? Смотри, тут прохода уже нету. Мамочки с колясками где будут ходить? Я же тебе говорю, сейчас отъедет. Не отъедет, ну сейчас они оформляются. С ГАИШ, с полицией. Оформляют, вот. Бля, тебя мешает машина? Мешает машина, да. А что тебя мешает? Потому что она здесь стоять не должна, в принципе. В смысле не должна, я не понял? Здесь тротуар. Ты укажи, где здесь, блядь, тротуар стоит. Тротуар здесь. Я вот тебе говорю, две минуты сейчас зайду, выйду. Уважаемые, здравствуйте. Я приведу на скутер полиции ВВД. Знак стоит, берите машину. Знак стоит, парковка запрещена, и остановка стоянка. Берите, пожалуйста, все. Покажите. Смотри, новый пункт ПДД. Если ты приехал в Сбербанк, можно парковаться на тротуаре. Покажите. Открывайте ПДД, показывайте. Вы так сейчас на телефоне, где угодно. Давайте, что вы отвернулись? А что он где мешает, вы не скажите? Что? Он находится на тротуаре, где он находиться не должен. Это будет на канале Ютубе. Да, мама, я в Ютубе, хэштег. Скажите, мама, я в Ютубе. Ладно, знаешь, наклеечка, я сейчас тоже пойду наклею. У нас мало. А что, если я сейчас сюда встану, наклеишь? Ну а баш, пойдем. По-братски, ну, пойдем, пойдем по угару сделай. Нахуя? Чтоб наклеили, стоп, ахуй. Подгусь, где? Вон, идите скорый тоже. Обязательно. ПДД получите, проблесковые маячки работают. В этом случае он имеет право отступать от ПДД. До свидания. Я могу тоже поставить на ход. Вы мне водитель скорой. Учите ПДД, не выплескивайте на меня свою глупость. Я водитель ГАИ. У них IQ слишком низкий даже для ГАИ. Хотите без пультика, у вас тут не уйдет. Господи, какой надо быть матерью, чтобы воспитать такое? Да ладно, это еще нормально. Ты... Не, это не нормально. Ты... Не, я тебе говорю, в данной ситуации это еще нормально. Ты не видел, здесь бухих торнадо. Опять же, пустое парковочное место. Нет, зачем? Вот там есть, впереди парковочное место. Это тротуар. Что? Не паркуйте, пожалуйста. Не будем. Это тротуар. Не паркуйте машину. Есть вон. Он на полосу распространяется, давай. Не на тротуар. Он для кого? Вот, ну, здесь, где вот разметочка? Вот она, проезжая часть. Проезжая вы часть. Где-нибудь здесь видите треугольничек, где показан стрелочка, принцип вот парковки? Где, вы знаете, что? Конечно. Вы знаете, что он? Правила так. О, еще раз говорю. Наклейку клеим, все, до свидания, я понял. Бесполезно. Абсолютное хамство. Давай, я уже. Я там говорю. Вызывайте. Вам надо, вызывайте. Вот стоит место раз, вот стоит место два. Это тротуар. Вы видите, люди ходят. Какие знаки вам нужны еще? Что, только попробуйте что-нибудь. Я вам сказал, наклею. Вы только отойдете, сразу наклею. Проезжайте назад. Не мог, только хочется вам набить. А мне вы вам... не представляете, как это взаимно. Знаки умеете читать. Умеете читать. Откройте. Где можно парковаться на тротуарах, под знаком парковки есть знак парковки на тротуаре. Езжай назад, вон парковочные места. А вам прям в халате надо было доехать, в пятерочку прям зайти туда. Thank you.
Красавчик. 10 из 10. И вот этот человек нам говорил про умение читать знаки. Дай съехать, пускай съезжает. Съезжайте вот через проезжую часть, съезжайте. Дальше вы не проедете. Теперь есть повод ГАИ вызвать, заодно знаки выучить. Заодно и штраф за езду по тротуару получить. Чего уж мелочиться-то?